Корреспондент катарского телеканала «Аль-Джазира» австралиец Питер Грест, приговоренный в Египте к 7 годам тюрьмы, возвращается домой. Он провел заключение более 400 дней и был помилован в воскресенье египетским президентом Абдель-Фатахом ас-Сиси. Питер Грест и двое его коллег были осуждены в Каире по обвинению в содействии движению братьев-мусульман, внесенного новыми египетскими властями в список террористических организаций. Брат Греста сказал журналистам, что Питер будет добиваться освобождения своих товарищей, которые остались за решеткой. Он не забудет о своих коллегах. Его радость не будет полной, пока не освободят и двух его товарищей. Он не сдастся, пока Мохаммед Бахер и Мохаммед Фахми не выйдут из тюрьмы. Глава корпункта Аль-Джазиры в Кении Грест был арестован 2 года назад в Каире, куда приехал вместе с Бахером и Фахми. Их признали виновными в передаче недостоверной информации и искажении фактов при освещении событий лета 2013 года, когда в Египте был отстранен от власти президент-исламист Мохаммед Мурси.